Сумтык. Чоке. Сумтык. Сумтык. Чоке. Сумтык. Сумтык. Сум. Саша бью сума. Сум. Сум. Саша бью сума. Сум. Сума. Сум. Цек. Цек. Пау. Пау. Ра-та-та-ца. Ра-та-та-ца. Ца-джин-гу-це. Ца-джин-гу-це. Га-са. Га-са. Цек. 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 Цек means, you know, one upon another. It's like this. Цек. Yeah. Цек — это как трехэтажный. Будем мы тогда. One, two, three. Трехэтажный, помните, мы поймем. Вот так и будет. Я, ка и ра. Три буквы в одном. Три буквы в одном. Цик. Цик. Три in one. Сум цик. Три. Yes, one. Сум цик. Сум цик. And then. Чоке. Чоке. 18. Чо means 10. And ге means 8. 18. Чо переводится как 10, а ке переводится как 8. Mm-hmm. Все вместе okay. означает чо ке 18. You know, only 15 and 18. You know, only 15 and 18. They'll write паоча нарчо. Only 15 and 18. Rest they all write паоча шинчу чу. Чукчи, чунги, чоксум, чупши, паоча шинчу чу. And чонга 15. Uh-huh. Again like this. Ocha Narucho and Langa Danga Chonga. And then Chutu 16. Chubdin. We write Ocha, not Naro, but Shabju. Chabju. Chutu, Chubdin. И вот Гишла сейчас объясняет, как строится, например, также 15, 16. Да, то же самое, только уже будет не Чо Наро, а Чу. И это, то есть, изменяется слово в зависимости от того, какая после него, какое после него идет число. Чопке. 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 18. That's 16. 18. And from this, we have finished introducing all the Tibetan letters. И вот с этими буквами мы уже закончили изучать весь алфавит тибетский. And now then we have to start about grammar after that. И после этого мы начнем изучать уже тибетскую грамматику, как она есть. То есть мы уже способны. So we will do revision instead. И давайте я освежу нашу память, повторим эти буквы. This is the most difficult letter to keep in mind. Это самые трудные слова, одни из самых трудных слов, букв, которые запоминаются в нашем уме. And first one is раката ка каята ча. Раката ка каята ча. This is ra, this is ka, and this is ya. So we read раката ка каята ча. Ragata ga gayata ya. Ragata ga gayata ya. Ramata ma mayata nya. Ramata ma mayata nya. Sakata ka gayata ya. Sakata ka gayata ya. Sakata ga gayata ya. Sakata ga gayata ya. Sapata pa payata cha. Sapata pa payata cha. Sapata ba payata cha. Sapata ba payata cha. Samata ma mayata nya. Samata ma mayata nya. Sakata ka karata cha. Sakata ka karata cha. Sakata ga garata cha. Sakata ga garata cha. Sapata pa parata cha. Sabata pa parata cha. Sabata ba barata cha. Sabata ba barata cha. Samata ma marata ma. Samata ma marata ma.
санатана наратана. Санатана наратана. Рагата га васур. Рагата га васур. Ратата ца васур. Ратата ца васур. Паята ча васур. Паята ча васур. Гарата да васур. Гарата ча васур. This is 18. Их всего 18. Я говорю, сунцик. Сунцик. 18 таких трехэтажных был. And now the familiar words for this sumzik, agent sumzik is. И теперь прочитаем те слова, которые, в которых используются эти буквы. Раката ка каята ча на чан. 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 Name of animal. Это имя Чан. Животного. Угу. Животное. Дикое животное. Ракатага гаятэджа. Ракатага гаятэджа. Мау цанаро цо. Мау цанаро цо. Гя цо. Гя цо. Ocean. Океан. Рамата ма маята ня. Рамата ма маята ня. Нягигу ни. Нягигу ни. Лама лам. Лама лам. Ни лам. Ни лам. Ни лам. Ни лам. Джим. Джим. Сон. Саката ка каята ча па са чап. Саката ка каята ча па са чап. 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 Спасти. Спасти. Спасать. And here we are in Ау Гарата Чандра До. Кям До. Кям До. Внизу подписка До, это как бы глагол. Means refuge. Он все вместе переводится как прибежище. Кям До. Refuge. Прибежище. Санья ла чапсу че, че ла чапсу че, кинни ла чапсу. Кям До. Вот где же сейчас называем, когда мы в прибежище. Произносим эти заплава. Саката га гаята я кяшимчу ю ма. Саката га гаята я кяшимчу ю ма. Юма. Юма. Magic. Тайна. Magic. Illusion. Магия. Magic. Юма. Юма. Миктул. Even we say миктул. Миктул means eye illusion. Illusion. Вот Геше сейчас назвал слово Митчу, оно переводится как зрительная иллюзия, то есть видение, неправильное видение, зрительное. Иллюзорное видение. Да, иллюзорное видение, правильно. Сапата па паята ча на чин. Сапата па паята ча на чин. Чин. Ай. Ока. Ока. Сабада ба баяда чара чар. Сабада ба баяда чара чар. Чар means yeah. Stick or join, yes. Присоединять что-то, прикреплять. Самада ма маяда ня ня на ро нин на нин. Самада ма маяда ня ня на ро нин на нин. Па нюмба. Мэт, yes. Сумасшедший. Нюмба. For girls, нюма. А для девочки будет нюма. For male, нюма. If you put ma, you got the ladies. Нюма. Нюма будет. Ну, сумасшедшая девушка. Саката ка карата та. Саката ка карата та. Та, yes. Yes, та. Саката ка карата та. Саката ка карата та. Sound. Звук. Sound. Sapata pa parata ta ta dengote la tel. Sapata pa parata ta ta dengote la tel. Monkey, yes. Обезьяна. No, next year I will Tibetan or say tello. Yeah. Monkey year, tello. И следующий год будет год обезьяны, tello.
Он будет так называться. Вот обезьяна. And we even write tiu, sapata para rambute, ajam juu, tiu, same thing, yes. И также, в принципе, пишется, я просто попросила написать, как будет он звучать, как он будет написан. Будет рафон? Да. Помните, да? Да. This letter, tiu, sapata para rambute, ajam juu, tiu. Monkey. Monkey, yes. И вот то, что внизу написано till, это till, это будет означать год обезьян. This word used in colloquial language. Till. Small. Till, small one. Colloquial language. Till больше употребляется в таких, в простых, то есть в обоюдных, в обиходных словах. And this one used in astrology. И верхнее, то есть tell, больше употребляется в астрологии, то есть в таких науках. Сабада-ба-ба-ра-та-та-на-дан. Сабада-ба-ба-ра-та-та-на-дан. Ра-та-та-та-ца-ги-гу-ци. Ра-та-та-та-ца-ги-гу-ци. Дан-ци. Дан-ци. Дан-ци is honey. Honey, yes. Дан-ци переводится в мед. Самата ма, марата ма, матембо ме, нака, нак, ме, нак. Самата ма, марата ма, матембо ме, нака, нак, ме, нак. Ме, нак. Or some prayers. Prayers, yes. Sorrow from prayers. Просьба, мольба, то есть когда мы обращаемся в... For this, sometimes we, not in someone like this also, in some books. В некоторых книгах пишут вот так. И сейчас Геша нам покажет, как пишут. Мэнгак. Sometimes we write like this. And sometimes we write like this also. Тао. Ма ка са ма. Мэнгак. 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 Ага. It doesn't matter. Doesn't matter, same, yes. Same. И все, что вот мак, Геша написал внизу, первое, второе, третье, то же самое. И переводится так же, и как бы, и не важно, как вы написали, но первое, самое, например, распространенное. Мэнгак. Да. And this sanada na narada na 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 sanada na narada na 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 salata da salata da nanda nanda name of the fifth month yes Tibetan это название пятого тибетского месяца nanda nanda and rakata ga wasur Рагата Гавазус. I have not found. Я еще не нашел слов с этой буквой, но это не важно, в принципе. Она употребляется просто очень редко. Мы должны ее помнить. Рагата та танг танг за танг. Рагата та танг танг за танг. Краси ленд. Долина, где много травы. Пая та ча гоу ян а ян ча ян. Пая та ча гоу ян а ян ча ян. To call back the wealth in our house. Ча ян, то есть заклинание. Заклинание. Вы помните, мы переводили в тот раз? Это заклинание. Призывание. Нет, это заклинание. Мы неправильно переводили вначале. Это заклинание. Помните себе. Ча ян. Гара да да цан а цан да цан. Гара да да цан а цан да цан. Монастырь. Ну это монастырь, да цан. Да цан. Now please you read. Окей, теперь мы давайте прочтем. Can you read first one? Первое мы можем прочесть? Сумзик. 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 Чоке. Чоке. Сумцик. Чоке. Сумцик.
чопке, сумцик, чопке, сумцик, чопке. And from here you just read spelling, not straight like this. Spelling. А с каждой буквой давайте мы будем проговаривать все, то есть разные и так далее. И ратак, и я так. Давайте? Да. Пойдем. Ракатака, каятакля. Ракатака, каятакля. Раматама, маятаня. Сакатака, каятакля. Сакатака, каятакля. Сападапа бхаятача. Сападапа бхаятача. Саматама маятаня. Сакатака каратача. Сакатака гаратача. Сападапа бхаятача. Сападапа бхаятача. Саматама маятама. Санатана наратана. Сакатака гаятагя гяма гяшю юма юма юма. Сападака паятача чана чен. Сападаба паятачара чача. Сападама маятаня нянарамёна па. Нямпа. Сакатакара. Каратача. Сакатака гаратача. Сападапа паратача. Чача. Чимутела. Тел. Сападапа паратача. Натан. Сападапа. Самадама, Марадама, Матевуме, Магама, Менагама. Санатана, Наратана, Нанарунёна, Нён, Саладада, Нёнда. Сакатага, Вазур, Ратадача, Вазур. Чатан, You want ну more стирать, стирать или еще раз повторим? У кого-то был вопрос? Стирать? Да? Стирать. Нет, может еще. Нет. Division? Нет. No, no, no. Окей. Okay. Help you. Сейчас.
Мунчукна. Итак, five prefixes. Итак, пять приставок. Prefix. There's only five letters. Ка, та, ба, ма, а. Существует только пять. Пять букв, которые являются пятью приставками в советском языке. And here I mentioned the examples. Ка, та, ба, ма. And our next. И здесь вы видите примеры этого. Это example for ka is the only kau ya ka ya. И вот пример первой приставки. Кау як. Animal як. Животное як. Ну, в русском языке то же самое як. Як. And this a sentence for the як. Sentence for this як. И здесь предложение по поводу этого як. And here I showed one question. Question. Yeah. Дикарере. What is this? Дикарере. Это вопрос, и он переводит, что это? Дикарере. Дикарере. Что это? And here answer is that диякре. А это ответ диякре. Это як. Yes, як. Диякре. It is як. This is як. Yes. Это як. Yes. So you can ask anything. Дикарере, what is anything? Дикарере. Вы можете спросить обо всем дикарере, что это такое? Совершенно обо всем. And actually, you know, in Tibet, yak is meant for maid. And for female, we say di. И также вы знаете, yak это мужское, как бы название мужского. Как это называется? Мужского самца, а самка будет называться ди. Ди. But in English, you know, all for both male and female, they would use як. А в английском языке все равно есть и женское, и мужское, также будет называться як. Особь. So they say, you know, як butter and як cheese, like that. Як. И вы знаете, очень распространенное масло яка. Чай, тибетский чай, он с масла яка делается, вот, чай, як ти называется, чай из масла яка. Як баттер, як чиз. А, чиз. Чиз, сыр яка. Сыр яка и масло яка. So, but in English we all we use this як. But in Tibet we say тимар, тичур. Тимар. Тимар. Як баттер. А, но in Tibetan it's female. Female, yes. For. Ди. For як. Окей. Но в тибетском языке называется, употребляется женская особь, когда говорится масло яка, сыр яка. Говорится димар, ди цар. Чура. Дичур. 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 Дичур, то есть сыр. So in I think in for both ди and як, we can use this як. Ага. Oh, yeah, in Russian, in foreign language. Yeah. Ну, мы можем употреблять это слово як. And this for the example for the га. Кау яка як. И вот этот кружочек внизу, это просто написал геше, чтобы показать, что это пример этой приставки. And you are here by putting this prefix, this letter, the pronunciation of this a little bit change. И согласно этой букве, этой приставке, другие слова, другие буквы немножко изменяют свое произношение. If we don't put this ga prefix, then it is called як. Як. Якпо. Якпо. Good. Якпо. А если не будет этой приставки, то будет совершенно другое слово. Як. Немножко, наверное, другое произношение. И якпо, то есть хороший. Як. Хорошо. Якпо. Якпо. Хорошо. Якпо. Хорошо. Хороший. Хороший. Якпо. If we put this ka prefix, then як. А, то есть вы видите, намного тверже становится звук, и когда появляется приставка, намного тверже звук, и уже другое слово, совершенно другое слово, переводится как животное як. Як.
Як буду. Як. Як буду. Як is good. Як. Як буду. Little different. Есть разница. Як. Есть разница. Yak means animal and yapo good. Yeah. This yak is good. Yak di yaputu. Yak di yaputu. So there is a little bit different of this pronunciation. Yapo and yak. Mm-hmm. When you put this ga, it is yak. When we don't put this, then yak. И вы видите небольшое произношение меняется. Небольшое различие в произношении. Если вы ставите эту приставку «га», появляется слог более твердый «як», то есть животное «як». А если мы убираем, то «як» становится быстро произносимым, и это означает «хорошо». And, yes, but when you use on some other root letters, yeah. they will not change. Uh-huh. For example, «he». Но, например, с другими, если смотреть, например, вот согласный she, вот she. Без. Каушаги у she. She. She means без. Важно, то есть основа. She означает основа, природа. Nature, на? Nature. Foundation. Окей. Foundation. Фундамент, то есть основа, база. Вот she. She. Even when we don't put this, the one is the same, she. Yeah. She wa. Peace. Если у нас не будет этой приставки «га», то будет «щива» совсем другой смысл. «Мир». Будет переводиться как «мир». Вот «The she», «the щива». There's no... Можно записать эти слова. Pronunciation is almost same. «She» and «щива». Но, прошу прощения, произношение всегда одинаковое, потому что это согласно. Because it's not well. So through this, we have to know the meaning. It's consonant, yeah? It's consonant. That's why pronunciation it's not so different. Yes, but even with by putting this prefix, it's no different. Yeah, because it's consonant. Yes, yes. Uh-huh. Yeah, but this is also consonant. Ah, yeah. But there is change. Yeah. Yes. Uh-huh. And you know these ka and ba and this go. All these prefix may remain in silence, like silent. Uh-huh, uh-huh. No change the meaning. Pronunciation. И все эти приставки, которые вы видите, они не произносятся. Они пишутся в начале, но они не произносятся. So only few letters that we have that we change when we put this prefix, the pronunciation of the letter change. Ага. Но есть несколько букв, которые меняют, например, произношение. Most of the letters they will not change. Но большинство слов не меняется. Большинство букв не меняется. Посредством этой приставки. This I think in olden times, many during 6th, 7th, and 8th centuries, there may be some differences. But nowadays we can't differentiate. There may be some difference in pronunciation. Давно-давно, то есть в 8th century, например, было другое произношение совсем, но оно изменилось и сейчас уже не меняется, то есть точно утверждено такое произношение. So nowadays we use just as the same for this sound, she and she. И мы произносим she и she в первом случае, во втором одинаково. And again, this also, even if with this car, without this also car, car, car. Tau car, car, bodar car. So, bau sandara so, and without ba sandara so, bodar so. Go, without this go. With mau is also go. But meaning changes. Вот Гиша показывает еще раз пример с другими словами, которые ниже. Вот дау, кара, кар. Если будет, не будет приставки дар, то же самое будет так же слышится кар. То же самое в следующем. Со так и будет звучать со. С приставкой или без. То же самое и в последнем случае. Ко так и будет ко. Без приставки или с приставкой ма. Ясно? Yes. You know, when we put ma here, without this, then it's a karma. Karma, yeah. Or kamapa, kamapa Rinpoche. Вы помните, мы учили слово было как? Если еще предписать ма туда, то будет карма, например. So, actually, karma is a Sanskrit word. Yeah. So,
one after like Rakata Ramadama, but actually it's not Ramadama. We have to read Kar and Ma. Карма. Так как карма это слово пришло из санскрита, оно не будет читаться так, как по-тибетски мы так как мы будем читать по-тибетски, оно будет читаться карма. And the word is Padma. Mental Sengi. They are just Sanskrit words, but we use in Tibetan words also. Same. То же самое и с теми словами, которые произнес Геше. Падма, мандала, потом сенге. Все, кто пришли из санскрита, все слова, пришедшие из санскрита, они не меняются. И также они произносятся и также читаются. So this, by putting this prefix, not the pronunciation not change, but it, meaning is completely change. Meaning completely change. Приставку ставят именно потому, что произношение, в принципе, не меняется, но меняется смысл. And in Tibetan grammar, these prefixes are mostly very useful when in the tense, present tense, future tense, and past tense. When the verbs, they always change the spelling. At that time, these five prefixes, they were used. И очень важно в грамматике, в тибетской, употребление этих приставок, когда мы начинаем изучать времена, прошедшее время, настоящее время, будущее время. И когда мы изменяем, например, глагол, да, там, ходил, там, ходит, или его значение во времени, то меняются и приставки, подписывают, другие. She asked, how can hear this word without a prefix? How you know difference between words with a prefix and without prefix? Yes, with the help of the sentences. Yeah. Through sentences we can know it. Okay. Так как мы постоянно будем учиться, мы будем уже запоминать, поэтому это просто уже привычка, это практика. It's practice. Yes, when we talk, it's not difficult. When we write, it's difficult. Sometimes we don't remember. Когда мы произносим, когда мы говорим, это не так трудно, но когда начинаем писать, здесь возникают проблемы, потому что многие слова похожи и можно ошибиться. So and here I'm not going deep in the grammar, but mainly I'm teaching how to read Tibetan letters. И Геше говорит, что он здесь учит не только там, например, грамматики, но и правильно читать эти слова, правильно понимать, правильно узнавать потом, как что пишется, читается. I think this first important thing is how to read the letters. Yeah. И Геше считает, что самая очень одна из важных вещей это научиться читать слова. If we could read Tibetan letters very nicely, then slowly we can improve in deep grammar, the meaning. Если мы можем читать тибетские слова, то потом мы можем уже спокойно переходить к грамматике. So please, first we try to read it in proper way. Tibetan letters. We should learn how to read. И Геша просит нас о том, чтобы мы вначале научились читать правильно, и потом уже приступали к более сложным моментам. So and in the reading also we are spelling reading and straightforward reading both. И то есть вначале очень важно читать их по буквам, знать каждое произношение каждой буквы, а потом уже читать целиком. And this spelling reading is very necessary to know how to read and to read in future, to read very quickly. И в дальнейшем эта практика читать по буквам нам уже потом поможет читать очень быстро. Поэтому вначале мы читали вот так по буквам. And in the beginning we read this spelling kawyaga with this many times. And in future when we read the scriptures we can read more quickly. В начале мы читаем очень
очень жестко, очень постоянно каждую букву проговариваем. Мы читаем по буквам. Но потом, когда мы начнем уже читать тексты, нам будет легко, потому что мы можем спокойно читать, быстро читать. And for recognizing of each and every letter, it's been necessary to read by the spelling. И чтобы читать каждое слово быстро, легко, это очень важно знать по буквам значение каждой буквы. And after learning this, how to read, you can try to read a Tibetan letter from the books. And if you don't understand any some doubts, you can ask me. Ah, okay. It's a very good practice. Yes. Okay. И Геше говорит, что после того, как мы изучаем это, мы должны, вот мы думаем, мы должны смотреть в тибетских текстах, ну, если у нас есть, оно же есть в практиках, мы должны сверять, например, и пытаться самим прочесть. Если мы что-то не понимаем, мы должны спросить Геше об этом. So, I would like to teach you how to read first, first this spelling, and then step. И опять же Геше повторяет, что он пытается нас научить читать по буквам, чтобы мы уже потом читали быстро и понимали то, что читаем. Окей. Хорошо? Окей. First is sangata nga nga naro ngun na ngun. Sangata nga nga naro ngun na ngun. Ngun means pre, before. Ngun означает перед. And juk means just to put or just to write, putting it. Juk означает то, что вкладывается, то есть приставка, ставится, ставится у нас, прикладывается, приставка. This ga is before this ya, and we put it here, before ya. И это ga... So it is a unjuk. Это ga, это как бы то, что перед ya. И то, что ставится, то есть приставка, это приставка. Мунджук, and for мунджук, the prefix only five, nga means five, nga, number five. И вот этих нюнджук, нюнджук, то есть этих приставок всего пять, всего nga, пять. Nga, yes. So, it's like in English, completely opposite five. Here we write five before, and prefix letter. But in Tibetan, Мунджук prefix before and then five. И вы видите, совершенно по-разному в тибетском языке идет порядок слов. В английском, даже в английском, так же, как и в русском, мы пишем вначале five, то есть пять, потом prefix, то есть приставок. Пять приставок, и мы говорим по-русски пять приставок. А в тибетском языке все наоборот, мы говорим вначале приставка, а потом число пять. And here also, you know, what is this? It's called different, like English. In Tibetan, this what is. И вот this показывает Геше. Ди это это. Гаре. Гаре это что, а ре есть. Is. Это что есть. Переводится как это что есть. А у нас по-русски мы говорим, что это есть, да? Что это? Что это такое? In Tibetan, ди гаре ре. Дикарь. А в тибетском другой порядок слов. Order of letters. Not like English, but it's like Japanese and Korea and Chinese when they speak. И порядок слов такой же, как в японском, китайском, в корейском языках. Восточных языках. Know this. So, мунджук nga, you know the meaning of this? Five prefix. И нунджук на, еще раз повторяю, Геше, переводится как пять приставок. Yes, you know this. Мун means pre and чук means fix. Yeah. Мунджук, prefix. Нём переводится как перед, а чук это то, что ставится, то, что фиксируется. Five. Пять приставок. Лангатанга. Пять. Лангатанга. 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 Ла-на-та-на. Ла-на-та-на. Га. Га. Та. Та. Ба. Ба. Ма. Ма. А. А. Га. Га. Да. Да.
ba, ba, ma, ma, a, a. Yes, only this. That's the honor go on the physics. И только только пять. Больше нету пять. Больше нет приставок. Only this five. Yes. Только пять. Mm-hmm. Только эти пять. Now your example for ga is gau, ya, ga, yak. 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 Au, dagi gudi. Au, dagi gudi. Au, dagi gudi. Au, dagi gudi. This A is a prefix. Этот А тоже префикс. Вы видите, приставка. Yes. Это А. Yeah. Вот она употребляется уже в самом начале. And this даги гуди is a root letter. А даги гуди, вот это да, это коренная буква. So, when there is vowels, you know, it always a root letter. Yeah. И когда есть вот эти огласовки, подписные, подписные, то есть которые изменяют букву на гласную, это всегда означает, что эта буква коренная. And when this, you know, rakata, karakata, rango, lango, and kaedicha, karatata, kalatala, this always root letter. Mm-hmm. They never prefix or suffix or nothing. Always root letter. They should be always root letter. И вот Гиша я еще раз объяснил. Вот вы слышали, он сейчас употребил все эти названия. Ратак, ятак, латак, лазур. Все эти подписные, надписные, двухэтажные, трехэтажные. Если есть такая буква, то это всегда означает, что это коренная. Никогда не приставка. Это коренная. So here this is prefix and this is a root letter. And when there's one letter, and there's always a root letter. И если есть одна буква, то она всегда коренная. Потому что коренной не бывает. Root letter. Ау даги гуди. Ау даги гуди. Га. Га. Радингуре. Радингуре. Радингуре таре. Радингуре таре. Радингуре таре. Радингуре таре. And радингуре is a root letter. And та is suffix. А Радингуре – это коренная буква, а да – это суффикс. But he is not pronounced, yeah? Ре – is pronounced. Ре – ре. Ре. He pronounced, but very easy. But he… Ре. He… Ре. Ре, yes. Ре. If we don't put this… He show that Ре is very small. Very quickly. Yes, very quickly. Together. Yeah. We have this together. Вот это да, вот это да, она, в принципе, как мы д, она не произносится. Она просто делает этот звук ре очень быстрым и коротким. Она усекает его. Ре, ре. Мы вроде как произносим, но мы не слышим этой буквы да. Ясно? If we don't put this да, then we... Понимаем этого слова, но, опять же, да, мы не произносим. Мы, она усекает просто. Да. So yeah, you know... Я кочимбу your re re is like a has something like that. А вот в последнем предложении вот это re переводится как имеет. Has. Имеет. Это как глагол иметь. Переводится глагол иметь. So ratingbu re ta re. Ratingbu re ta re. Again this. Ау даги гуди. Ау даги гуди. А is prefix and D is root letter. Gau ya ka yak. Gau ya ka yak. Radingbu re ta re. Radingbu re ta re. Di yak re. Di yak re. And this is the answer. Это ответ. This is question. Di kare re. What is this? Di kare re. Это вопрос. Что это такое? And this di yak re. This is a yak. Di yak re. Это ответ. Это yak. Is the answer. Это ответ. What is question? Это ответ на тот вопрос, который мы задали раньше. So you can always give answer like this. Di yagre, di kuthangre, di mire, di chokre, sanyure, di kubjare, di topore, di tomore. Always we can use this sentence, isn't it? Если задан вопрос всегда di karere, то на него ответ всегда подразумевает di
там, например, то, что сейчас Гешера сказал, где там, например, где ручка, где там еще так далее. All genders, female, male, neutral. Для всех родов присутствует это ди, неважно, женский, мужской род. Now is your да, физикс да, даукаракар. Да, да, is prefix. Да, приставка. Ка is a root letter. Ка это коренная буква. And ра is a suffix. Ра suffix. Yeah. And this is root letter. По. И по это коренная буква. Карпо. 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 White. Can I ask you? If free word, if free letter, the center is root letter, yeah? Yes, yes, yes. Always. Always, yes. Когда yes. Три буквы? No, no, no. Not always. Not always, yeah. Not always. Something you know. It's different of... When we write this... Yeah. Dak. With like this. Uh-huh. We have your... Uh-huh. Vasul. Uh-huh. And... Ga. Uh-huh. And Sa. Я спросила вопрос, когда у нас существует три буквы, и всегда ли средняя буква, то есть центральная буква, является коренной? Нет, ответил Кишер. Вот есть исключение, когда есть с вазуром буква, да, вазур, и тогда она читается. She's right? She's root letter? Да, is root letter. Да, is root letter. And ga is prefix? Suffix? Suffix, yeah. And sa is a post suffix. Yeah. Yeah. Da, da vazur это коренная буква. Ga это суффикс, а sa это post suffix, то есть второй suffix. And you know these suffix there are 10 letters. Yeah. Only 10 suffix. Uh-huh. Суффиксов только 10 букв, которые суффиксами являются. No, these all 5 are suffix also. И эти 5 букв, они тоже suffix. Суффиксы, когда они стоят после какой-то буквы. Это тоже суффикс является. And above that, another 5 letters. И еще несколько других 5 букв. And you know, this post suffix, there are only 2. Yeah. Da and sa. И вторых суффиксов только 2. Вы можете себе уже пометить смело, что суффиксов всего 10, приставок 5, а вторых суффиксов всего 2. Всего 2. Da and sa. Da и sa. And da is now, we'll not write when we write. Uh-huh. You don't write, but although, no. Yes, nowadays no, we don't present. Write in yeah. Present, we don't write, but there is some text. Meanings, and we have to know that there is a da uh-huh. suffix, but uh-huh. we don't write nowadays. Uh-huh. We only write this sa. Вот этот второй суффикс «да», который показал сейчас Геше, сейчас, в настоящее время, он не употребляется, он не пишется. Но есть некоторые значения, когда он употреблялся. То есть, если мы будем читать книги некоторые, мы его это увидим, да. And you will not find this «да» in the books also. When we read the books, you will not find the supposed suffix «да». Uh-huh. But this supposed suffix «са» – lot of. We'll find many words. Sa. И мы также не найдем сейчас ни в каких книгах этого да, потому что нет этого второго суффикса теперь не существует. So there's only только sa. Да and sa suffix. Not so difficult. И это не так трудно запомнить, что существует два вторых суффикса и только sa употребляется сейчас. So there is three letters, but they are this is root. And this is a suffix, and this is post suffix. И вот вы видите теперь три буквы. Первая с вазором, она коренная. Вторая суффикс, а третья это второй суффикс. Вопрос задать второй суффикс, когда это очень читается. The second, the post suffix, write. We can write this. Pronounce. Not pronounce. Не произносит. Второй суффикс никогда не произносит. Silence. Yes. Yeah. But he can change letter. Change the meaning. Yeah. Но он может изменить букву, он может изменить произношение, он изменяет значение, самое главное. Mm-hmm. In this letter, Latal, aiming in India, this name of Latal, Latagis, Latats. We write like this letter, Dal, Kasata. La, before this, La, then Da, Latal. Uh-huh.
in northern India. The, like Tibetan, but it's under India. И в Северной Индии напишут еще вот так, вот так, вот так. Вот именно так. Вы знаете, да, вот так мы употребляли. И вот именно в Северной Индии употребляется именно вот так, такое написание, вот так. We write like this, la da. Именно так. In Tibet also there is one village, a country name, a place name, Takpo. But there also visit like Tak, Tak, Asadak, and Panaropo, Takpo. И в Тибете есть одна деревенька, которую называют Такпо. И употребляется именно вот это вот написание Дак. И еще подписание По. Панаропо. Такпо. It's place, it's village. Name of place, yes. Это название деревни, название местности. So, the prefix, root letter, and suffix. И вы сейчас видите, да, это приставка, к это коренная буква, ра это суффикс. Суффикс. Даукаракар. Даукаракар. Панаропо. Панаропо. Карпо. Карпо. Yes, карпо. White. Белый. White. Как белый. Кауякаяк. Кауякаяк. Аудагигуди. Аудагигуди. Даукаракар. Даукаракар. Панаропо. Панаропо. Радембуретаре. Радембуретаре. Карпо. Карпо. Ягди. Ягди. Карпоре. Карпоре. Ягди. Ягди. Карпоре. Карпоре. This yak is white. В переводе то, что мы прочли сейчас, будет звучать так. Этот яг белый. Ягди. Карпоре. Як ди. Карпоре. This is. Но вы видите, порядок слов совсем другой. Як ди. Этот як, то есть як этот, карпоре. Белый есть. Белый есть. Еще употребляется глагол. Всегда употребляется глагол, как в английском языке. Есть, иметь. Вот. Вы тоже это должны запомнить. This як is white. Нет. Этот як белый. Пау санаросо. Пау санаросо. Means make. To make. Make something. Make. Делать что-то, делать. Make. Совершать, делать. So. Бау санару со. Бау санару со. Make. In this letter. Make. Yeah. Make. То есть совершать, делать что-то, сделать. This is на. 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 Я. На. Я. Пака-пак. Пака-пак. Латинбулепалеп. Латинбулепалеп. Паклеп. Паклеп. Брит. 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 Клип. Клип. Брит, брит. Хлеб. Гиша говорит уже по-русски. Мы же научим русский язык. Баклеп переводится хлеб. Баклеп. Бау санаросо. Бау санаросо. Каги гуги. Каги гуги. Я нарую это ю. Я нарую та ю. На. Паглеп. Паглеп. Соки. Соки. Ю. Ю. I'm making bread. Я делаю хлеб. Я приготавливаю хлеб. В переводе дословно. На. Это я. Паглеп. Это хлеб. Соки. Делаю. Ю. What's this? Ю. It's yes. Past. It's present. Present continuous. It's used for all the tenses. You I am. You это я есть. Ну да, есть. I'm making bread. Глагол всегда ставится в конце, запомните. English like am. Это как вспомогательный глагол. I am making bread. Да, вот показал сейчас Гиша.
Еще сейчас показал. Ма, ма, первое это я, йо это есть, соги это делаю, и баклеп это хлеб. А, баклеп, соги. And now next, мау, канару, го. Мау, канару, го. Мау, канару, го. Yes. When there is the last letter, га, and then this she is not necessary, this one. Как вы yes. видите, Гиши не поставил после га вот это ще, то есть как бы то есть точки, которые мы ставим. Да, она не нужна, когда существует буква к. It has ще. Она уже имеет вот эту ще, и поэтому мы не ставим букву. Two in one. Не ставим точку. Two in one. So this, we should not write when we write учин, when there is a га. Когда мы вот в этом стиле в учен пишем, после га не нужно ставить ще. And there's all the letters you have to write is ще, you know. Да, и вы знаете, что все буквы ставятся ще после всех букв. When we put space. Да, когда мы какое-то смысловое значение, смысловую какую-то группу поставили, мы поставили ще. То мау канару го. Мау канару го. Head. Голова. 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 Right. Гау я ка як. Гау я ка як. Мау канару го. Мау канару го. Чатэнбу чэн на чин. Чатэнбу чэн на чин. Панару по. Панару по. Янару ю та ю. Янару ю та ю. Радэнбу рэ та рэ. Yak has a big head. Yak это большая голова. Чимбу is big. Чимбу это большая. Большая. Чимбу and go head. Го это голова. Як has. The big head of Як. Як has a big head. Да. Это предложение дословно переводится так. У Яка большая голова. Но вот это вот ре, помните, где Шей еще сказал, это вот ре в конце, это переводится как имеет. То есть мы еще дословно можем сказать по-русски. Як имеет большую голову. Но мы по-русски так не говорим, правильно мы говорим? У Яка большая голова. Мы много съедаем глаголов. Вот именно в тибетском языке, вот давайте переведем каждое слово. Да. Як это як, ко это голова, ченпо большая, йоре имеет. Ясно? Okay. Мунчук на. Кау я ка як. Ау даги гу ди. Га. Ра дэнгу рэ. Га рэ. Ра дэнгу рэ та рэ.
Радем-гуре-та-ре. Радем-гуре-та-ре. Ди-га-ре-ре. 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 Ау-да-ги-гу-ди. Ау-да-ги-гу-ди. Кау-я-ка-як. Кау-я-ка-як. Радем-гуре-та-ре. Радем-гуре-та-ре. Ди-як-ре. 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 Тау-ка-ра-кар. Тау-ка-ра-кар. Панаро-по. 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 Карпо. 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 Кау-я-ка-як. Кау-я-ка-як. Ау-да-ги-гу-ди. Ау-да-ги-гу-ди. Тау-ка-ра-кар. Тау-ка-ра-кар. Панаро-по. Панаро-по. Радин-бу-ре-та-ре. Радин-бу-ре-та-ре. Як-ди. Як-ди. Карпо-ре. Карпо-ре. Як. Ди. Як ди. Карпо ре. Карпо ре. Як ди. Як ди. Карпо ре. Карпо ре. Як ди. Як ди. Карпо ре. Карпо ре. Як ди. Як ди. Карпо ре. Карпо ре. Пау санаросо. Пау санаросо. Пау санаросо. Бау санаросо. Бау санаросо. Бау санаросо. На. На. Пака пак. Пака пак. Ладен буле палеп. Ладен буле палеп. Баклеп. Баклеп. Бау санаросо. Бау санаросо. Гаги гуги. Гаги гуги. Янаро йота ю. Янаро йота ю. На. На. Паглеп. Паглеп. Суги. Суги. Ё. Ё. 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 Мау канаруго. Мау канаруго. Мау канаруго. Мау канаруго. Го. 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 И на дур also го. И дверь также будет го. 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 Дур. Сагада канаруго. И вот как оно будет писаться. Го. Сакана канаруго. Дур. Вот она как будет писаться. Го. Мау канаруго. А это мау канаруго. Это глава. Дверь, голова. Разные вещи. Го. Го. Кау-я-ка-як. 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 Мау-ка-на-ру-го. Мау-ка-на-ру-го. Ча-чин-бу-чин-на-чин. Ча-чин-бу-чин-на-чин. Па-на-ру-по. 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 Я-на-ру-ю-та-ю. Я-на-ру-ю-та-ю. Ра-чин-бу-ре-та-ре. Радзинбуре-та-ре. Як. Як. Го. Го. Чинбу. Чинбу. Йоре. Йоре. Як. Як. Го. Го. Чинбу. Чинбу. Йоре. Йоре. Як. Як. Го. Го. Чинбу. Чинбу. Йоре. Йоре. Як. Як. Го. Го. Чинбу. Чинбу. Йоре. Йоре.
Я кочимбу йоре. Я кочимбу йоре. Я кочимбу йоре. Я кочимбу йоре. Я кочимбу йоре. Я кочимбу йоре. Я кочимбу йоре. Я кочимбу йоре. He doesn't hear you. Гоу, яка, як. Гоу, яка, як. Гоу, яка, як. Го, го, чимбу, чимбу, йоре, йоре. Can you read or you need practice? Может быть, мы уже сами прочитаем или еще раз? Га, га, да, да, ба, ба, ма, ма, а, а, гоу я га я, 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 ау даги гу ди, ау даги гу ди, га, га, ра чэн бу рэ, ра чэн бу рэ, ра чэн бу рэ та рэ. Rajambure da re. Rajambure da re. Kau ya kaya. Aho dagi gudi. Aho dagi gudi. Daukara kar. Panarupo. Panarupo. Rajambure ta re. Yak di. Karpo re. Yak di. Karpo re. Yak di. Karpo re. Yak di. Karpo re. Karpo re. Bau sanaroso. Bau sanaroso. Bau sanaroso. Bau sanaroso. Nga. Baga bak. Baga bak. Latimbulepalep. Bau sanaroso. Bau sanaroso. Kagigugi. Yanaru yotaye. Nga. Paglip. Sugi. Ye. Na paglip sugi ye. Mau kanarugo.
Маука на рогу. Гауякаяк. Гауякаяк. Маука на рогу. Маука на рогу. Чаджингбуче на чин. Чаджингбуче на чин. Панаропо. Панаропо. Янаро йота йо. Янаро йота йо. Раджингбуре та ре. Раджингбуре та ре. Як. Як. Го. Го. Чимбу. Чимбу. Йоре. Йоре. Як. Як. Го. Го. Чимбу. Чимбу. Йоре. Йоре. Як го чимбу 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 йоре. О, we need all. Давайте теперь мы прочтем. Yore. Yak. Go. Go.
чимбу, чимбу, йоре, йоре, як, як, го, го, чимбу, чимбу, йоре, йоре. Like this, you need to sit. Он так слышится, потому что так он привык, он говорит так постоянно. Поэтому, может быть слышится гу немножко. Может быть. They hear that you pronounce чемпо. Чемпу. Чемпо. Чемпо. Yeah. Ну, вообще правильно чемпо. Просто когда произносится быстро, немножко уже другой оттенок приобретает. Нам слышится немного по-другому. Но вообще надо произносить чемпо. Понял. Я го чемпо юаре. Я го чемпо юаре. Это между са и за. Между зубами. Язык са. So please read now. А теперь еще раз давайте сами. Но уже не по буквам. Нюнчук ма. Хата ба ма ха. Як. Дик ка ре ре. Ди-як-ре, карпо, як-ди-карпо-ре, Again. Еще раз. Нём чу ма та га та ба ма а як Ди-ка-ре-ре, ди-як-ре, как-по, як-ди-как-по-ре, со-ма-пак-леп-со-и-ё, го-як-го-чен-по-ё-ре. Again. Еще раз. Нён-джук-ма-ка-та-па-ма-па. Як ди-ка-ре-ре, ди-як-ре, как-по, як-ди-как-по-ре, со-ма-пак-леп-со-и-ё, ко-як-го-чен-по-ё-ре. Okay. Very fancy. Very good. No, last, а. И последняя, а. Еще я обещал нам про нее написать еще. Я где-то не...
Фимельяк. Женская особь як. Ди. Ди. Здесь. Ау паратада дагигуди. Ау паратада дагигуди. Як. Як, но женская особь. Фимельяк, yes, я. В индивидуальности ди. В по-тибетски это будет ди. 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 Ау дагигу ди. Ау дагигу ди. Ау парадада дагигу ди. Ау парадада дагигу ди. Мара мар. Мара мар. Ратингурета рет. Ратингурета рет. Ди. Ди. Димарре. Димарре. Ди. Ди из як, а мар из батер. 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 Ди это як, женский особь, а мар это масло. Димар это масло из яка. This is як с батер. Но масло из яка. Из яка. Ячье масло. Яка. Яка. А, яка. In Russia, it's difficult. In Russia, it's difficult to say because some pronounce of letter. Yeah. Димар. Димар. But you can say як. Yeah. In Russian also. Но вы можете сказать як. Даже море. Димар. Ди. And what's the ди? And this relation between мар and ди. Ah. This мар is not. Cows or buffalo's mar. It is mar of this D. Okay. Вот вы видите, Геше внизу написал D. Как правильно по-настоящему писать? Это D. Вот это вторая I, она связывает первое D, то есть яка, и его масло. Это и в переводе будет масло яка. Вот как бы родительный падеж образует вот эта частичка, эта буква. Но вот там не написал Геше, то есть более быстро, более произносимым в распространенном языке, в тибетском, это не написано, не написано, не пишут иногда. In spoken language we say Димаре. В разговорном языке мы говорим Димаре. When we write in a very correct way, the correct way, then we should write like this. Когда мы... Димаре. Ну, то, что я сейчас сказала. Димаре. Но если это классический язык, и мы, или корректно мы пишем, то мы используем именно вот эту форму. Димаре. Ди is the... which... shows relation between the mar and adjective. Di di mar. Not shows. It's a yak spot. Ага. Это не простая какая-то вещь. Это масло яка. So in English we write like this, you know. K and S. Yaks. Yak spot. Same thing like this here in Tibetan. Ага. Like we. And in Russia it mean it would be родительный падеж. I see. Very difficult for me. That's no trying to find it. I explain this relation. Yes. Yeah. В английском языке я объяснила это вот как бы соединение букв. В английском языке якс, то есть яка, по-русски яка, вот это окончание а, объясняющее родительный падеж. В английском языке будет вот это вот с. А в тибетском языке вот это и. Ди. Ди. Маре. Ди. Ди. Маре. Ди. Маре. We should write like this, actually. И мы будем писать именно вот так. When we speak, Дити Маре. Мы просто говорим Дити Маре. Дити Маре. Так это масло яко. We will not speak very well. Probably then it's Ди Маре. А если мы очень точно хотим произнести, то говорим Ди Маре. This letter and you know this Gagibuji. It's all same meaning. Uh-huh. And here this also it only in spoken. Uh-huh. We say like Sugiye. But actually we should not write when writing. Uh-huh. We write correctly. Uh-huh. And we should write here. This Sui. This gi is also relation. Yes, yeah? Relation, yes. Yeah, of course. Окей, I see. Вот это ги, вот, который показал Геше, это то же самое, также эта частичка обозначает родительный падеж, она связывает вот это со и ё.
согио, согио. В принципе, в разговорном языке нет разницы, но согио мы же не скажем, чтобы не было вот этого. Для лучшего благозвучия именно эту частичку и ставят ги. Actually, in writing, when we write ги, then it is wrong, actually. Wrong? In grammatically, it is wrong. Grammatically, this is wrong. Ги. We should write like this. Да. Но если грамматически, это неверно написано. Писаться должно вот так вот. И сейчас покажет Миша как. Сои. 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 But we don't speak сои. You only speak соги. Но это очень трудно произносить, поэтому пишется соги. So this is more through speaking, spoken. Да. And when we write, this will be like but this soyi or we can write like this also. Hagiwi. So grammatically it is like. Грамматически верно вот такая форма. Но в разговорном языке мы употребляем соги. This is also right and so is also right. The difference is that here we don't write this sat. Here we write sat. It's like soyi. Here we don't write so. We don't say. But in writing it is correct. Вот грамматически еще верно, вот такая вторая форма сои, вот как написал внизу Геше. Вы видите, что ц нет разделяющей два слога. Почему? Потому что так принято как бы писать. So you should keep all this. Somebody said this is wrong. But I write here with speaking. То есть мы должны напомнить, что ги это, вот это ги, которое поставлено для того, чтобы обозначить родительный падеж, на самом деле неправильно написано, но она для благозвучия звучит, и потом мы употребляем это в разговорной речи. И вот так вот мы говорим, как сказал Гиша быстро. Okay, same thing like this. Ди тимаре, ди тимаре. Ди-ди-маре. Вот так вот правильно надо произносить. This is the right. Да. When we write. Grammatically it is right. Да, грамматически это очень верно. Очень точно. Окей. Все поняли? Ау барада да дагигу ди. Ау барада да дагигу ди. Ди. Фемилия. Женская особь. Ау даги гуди. Ау даги гуди. Ау барада да даги гуди. Ау барада да даги гуди. Мара мар. Мара мар. Радембуре таре. Радембуре таре. Дити марре. 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 Ди-ди-мар-ре. 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 If we read this one, агиви, then ди. Когда мы читаем это, мы читаем более долго, этот звук становится ди. Марре. Марре. Speak дити марре. А тоже дити дити марре. Окей? А переводится это... Еще раз повторю, как переводится этот вопрос был. Это масло яка. То есть ди это, ди мар, ди як, мар, масло, ре есть. Это масло, это як, масло, ре. Масло есть. Mixed. Это магия маре. Хоть я understandал. Гиша уже понимает очень хорошо русский. Все понимает. Он меня уже сподкалывает немного. Please you read. Давайте теперь сами прочтем. Ау, вара, да, да, даги гуди. Ау, даги гуди. Ау, вара, да, да, даги гуди. Маура. Мара, мар. Мара, мар. Мара, мар. Мара, мар. Радембуре, таре. Ди, ди, мар, ре.
Di dimar re. Окей. Окей. You can read now. А теперь еще раз мы прочитаем это, давайте. Please read. Di dimar re. Окей. Хорошо. Як фулосом. Спрашивай. Хорошо. And how we must answer? When you ask як фулосо, we answer як фу. This is not question. Як фулосо. This is answer. Як фулосо. You have read very nicely. Як фулосо is answer. This is just answer. Can you write this, please? Я попросила написать наш ответ, когда он спрашивает, хорошо, мы отвечаем, я поломался, типа, хорошо написано, да? Надо, чтобы мы ему отвечали. Да. Это полезно. Як по локсон. Хорошо прочитано, да? Як по локсон. Сон it's past. Сон it's past. It's past. Сон это прошедшее время, правильно? Локсон. Лок it's read. It's read. Локсон. Лок это читать, локсон это прочитано. Прочитать. Я локсон. Хорошо прочитано. Я локсон. But in grammatical we say я локсон. Лак. Without narrow. But there's so many prefix, yeah. Past tense. Грамматически вернее лучше звучит, когда мы будем говорить лаксон. Я спрашиваю без наро. Вот сейчас говорит Геше, что мы, когда мы употребляем еще приставку, вот вы видите, бау появляется приставка. This is past tense. Бау когда лакас лак. Сон лаксон. Лаксон. This is past tense. This is present. Лак. And this, but when we It's spoken. Spoken, then you said like this. Lock. Вот Геша объяснил, что вот ту форму, которую написала вторую, лак, это форма употребляется для прошедшего времени. То, что было написано вверху, это употребляется для настоящего времени. Поэтому это не очень верно, грамматически неправильно написано. Но так как мы изучаем тибетские разговорные, это допустимая версия. И, в принципе, она в ходу, выходит. And this is future tense, лак. А вот если собрать, это будет будущее время. This is present, and this is when we write са, in past. Вот вы видите форму настоящего времени, есть форма, была форма прошедшего, и теперь форма будущего, вторая написана. Okay, now we'll stop here. Да, теперь мы закончим на этом. We want to give you a present because the new year's for everybody it's a great holiday, you know. Yeah, students in our tradition.